Здравствуйте, меня зовут Илья, я врач-преподаватель хатха-йоги. Сейчас покажу вам одно упражнение для верхнего плечевого пояса, для того, чтобы снять нагрузку с плеч, снять нагрузку со спины и некоторым образом решить вопросы с гиперкифозом, да, когда есть этот наклон плеч вперед. Опускаемся вниз, ягодицы лежат на полу, опускаем корпус и вытягиваем руки вверх, вниз, вверх, для того, чтобы слегка разогреть верхний плечевой пояс. Таким образом сделать 10-15 раз, затем зацепиться за доску, насколько получается, либо здесь, если удается ниже. И далее, вытягивая руки, пробовать локти свести друг с другом. В результате, если грудная клетка раскрыта, с плечами все в порядке, получится примерно вот такое положение. И в этом положении задержаться до минуты. Потом убрать руки, можно приподняться и цикл повторить. Также подвигать руками и зацепиться, то же самое повторить. Сибирский бор.